Это не я. Я совсем ни в чем не виноват. Я вообще ни в чем не виноват. Что вы ко мне пристали? И за 3 секунды успеешь подписаться и поставить лайк, то я проведу обыск. 3, 2, 1. Молодец! Я проведу обыск. Так, мне кажется, или это все обман? Давайте обыщем этого чувака. Ведь мне кажется, это очень подозрительным. Давайте приступим, начнем с головы. Здесь ничего нет. Так, я начинаю обыскивать его. Так, здесь пока что ничего нет. Пока что не подозрительно. Так, неужели мы ошиблись? Это очень странно. Найди все повреждения. Допустим. Я все посмотрела. А вот повреждение. Все, мы обыскали, и оказывается, ну, он виноват. Все-таки он сломал себе руку. Все-таки, вот видите, он уже в этом виноват. Хотя говорил, что не виноват. Так, ладно. Так. Оп. Лови пант 15 секунд. Ладно. О, их так много, и это так сложно. Потому что и их 3 панды. Вы представляете, и за 15 секунд нужно за ними все проследить. И видите, они какие. Они когда падают, они очень быстрые. Но, как вы видите, я уже не могу. Так. Главное, сильно не шевелить. Так, смотрите, у меня пока что все получается, все хорошо. Мы уже продержались примерно 7 секунд. Так, одна панда улетела, так, ну не улетела, то есть в другой стороне. Все, ура, наконец-то. Теперь эти 3 панды будут бесконечно прыгать, и батут у них будет не ограничен. И это круто. Так, что это такое? И что это за человек? Что? Эй, а что будет, если я сюда? А, здесь типа Селена ходит, то есть нужно где-то так. Так, и сильно тоже не нужно его трясти. Так, вы так настроили, и все. Здесь какие-то есть палочки. Так, а, нет? Что ему вообще нужно? Так, оп, а, нет, попало. Попало на сигналку. Так, что ему вообще нужно здесь? Как вы думаете? Очень странно. Так, эта сигналка очень быстрая, я не успеваю. Так, лучше дождаться, пока она... А, так, и сейчас она... Вот здесь, все, давайте здесь попробуем. О, нажалась. А, мне не нужно выходить, мне нужно нажать, то есть. На эту кнопку нормально, не как я обычно сделаю. Нет, я задела. Вот линии мне вообще никакие нельзя задевать, кроме вот этой вот, где ездить сирены. Очень аккуратно, давайте. Так. Смотрите, все. Оно, походу, сейчас у меня все сработает. Давайте посмотрим, мне очень интересно, что произойдет. Да, русские хакеры. Набор открыт. Да. Смешно и нет. Съешь всех, ладно. Это кто вообще такой? Это мухи какие-то? А вот именно тот, кто ловит этих штук, ну, я буду называть их мух. Кто это вообще? Это что за какой-то бык? Так, ешь, все. Чтобы ты ничего этого не оставил. Все, мы все, ну, съели, и это хорошо. Так, включи последнюю песню. Та-та-та. Что мне еще нужно сделать? Так. Ну, вроде бы все хорошо. А, да, вот все, мне нужно было провести, и теперь все отлично. Так, что? Ми... А, вот смотрите, креативы. Креативы. Так, мне нужно собрать слово. Давайте типа соберем мут, может быть. Может быть, типа... А, вот может быть так?
Мут, креативы, мут. И три кругляшочка. А можно креативы перемещать? Нет. Мут тоже. Ну, я думаю, что это мут. Я поняла. Все. Вот так очки делаем. И просто в них линзы вставляем. Хотя это не факт. Нет. Здесь, видимо, это лишнее. Яркое воображение. Спасибо. Я не знал. Не нужно рисовать. А что нужно делать? Что это? Я просто его поворачиваю. Нужно, наверное, сделать его плоским, может быть? Чтобы его было не видно. Все, мы спасли чувака, получается. Будь позитивным. Я просто наугад сказала. И просто две книги получился плюс, и что в этом позитивного? Ну, не знаю. Follow your heart. Следуй за своим сердцем. Понятно, спасибо. Так ум надо к нему привязать. Ум. Он без мозгов. Он без мозгов, поэтому нужно ему было привязать мозги. But take your brain with you. Но делай это с умом. Следуй за своим сердцем, но делай это с умом. Ну, наверное, логично. Что это такое? Ой, свадьба. Что, нужно их так сделать? И сердечко, да? Что? Что нужно сделать? Конец игры. Реально конец? Нет, не конец. Думай не так, как все. Я просто нажимаю на совушек и... Вот, думай никак, как все. Что здесь нужно вообще делать, я вообще не знаю. Я вообще без понятия, что можно... Не думай, как все. Ага, смотрите. Ну да, в принципе, она уже не как все, потому что она уже развернулась, считайте. Сос, помогите. Здесь бык, и что нам нужно здесь сделать? Это очень интересная задачка. На самом деле, что мне нужно сделать с этим быком? Может быть, его тоже как-нибудь перевернуть? Сос, так. Ничего передвигать нельзя. Передвигать ничего нельзя. Нажимать тоже ничего нельзя. Кого-то привести тоже нельзя. Ладно, тогда... как вы думаете, что здесь нужно сделать? Я тоже без понятия. Смотрите! Здесь можно наклонять, смотрите. Оп. Все, вот теперь... кстати, я не пробовала эту палочку двигать. Теперь буду знать. Так, что подключить? К человеку, сердце или мозг? Ну, без сердца человек жить не может, поэтому сердце. Нет, не сердце. Мозг. Смотрите, я опять подключила сердце. Давайте мозг подключим. И что нам нужно с этим сделать? Ну вот мы подключили мозг. Смотрите. Теперь сердце. Может быть, где-то здесь еще есть розетка? Слушайте, я не знаю. Но здесь еще... Смотрите, оно отключилось. Что? Оно меняется местами? Это странно. Так, смотрите, у меня... Я сердце подключила к розетке, и оно... Что-то у меня это... стучит и стучит. Даша, сумасшествие. Так, смотрите. У меня ничего не происходит. Как вы думаете, что здесь нужно сделать? Может быть, мозг все-таки нужно подключить? Так, слушайте, эта задачка очень сложная. Потому что я ее вообще не понимаю, как вы видите. Смотрите, я подключила мозг. Давай, работай, что ты стоишь? Может быть, вот... Оп. Надо вот так. Нет, это не работает. Получается, человеку мозг не нужен, и сердце. А что?
Что ему нужно, ребят? Как вы думаете? Да, это сложная задача, сложная. Но мы должны с ней справиться. О, смотрите, я склеила эти два. Все, на ура! А я думаю, что нужно сделать? И раз я такая думаю, уже все, надо подсказку брать. И такая, оно склеивается. Вот это да. Успокой ее. Ты что плачешь? Не плачь, не горюй ты так. Я даже не знаю, как тебя развеселить. Так, ладно. Что мне с тобой нужно сделать? Сделать мне с тобой нужно... надеть тебе платье. Какое платье ей надеть? Ей не нужно платье. Она плачет. Перевернуть я ее не могу. Опять что-то нужно склеить. Я уже не знаю, что от этой игры можно ожидать, потому что здесь много чего нужно сделать, там что-то переместить. И на самом деле очень сложно иногда бывает. Но, слушайте, я не знаю, может быть, язык ей достать из рта. Что ей не хватает? Ну и все хватает, в принципе. Она просто, на голове. Что? Так, слушайте. Это реально сложная задачка. Мне кажется, я все так назвала, а потом когда-то я просто ее выполняю. Потому что я уже все здесь перепробовала, все понажимала, все подвигала. Сейчас еще раз попробую подвигать. Нет, все равно не работает. Успокой ее. Успокойся. Так ты же смеешься. Или нет? Мне одной кажется, что она смеется. Это очень странно, но... Ты так сильно не горюй. Так. Давайте вот здесь попробуем немножко попроходить. Ага. Ага. Нам нужно здесь, чтобы человека, ну... Чтобы не задела вот эту штуку. Нет. Как сделать, чтобы была защита? Просто сделать квадрат и не двигайся. Я спасла чувака. Это очень круто. Так, or not. Что это обозначает? А я не знаю. А, мне нужно, наверное, перекрыть. Да? Мне же перекрыть нужно. А, нет, мне нужно, наверное, так налить, вот, чтобы попадал сюда. А, да. Пить или не пить? To bear or not to bear. Ну, не знаю, правильно я прочитала или нет, но нам нужно теперь спасти зебру, представляете? Спасти зебру от кого? От крокодила, который хочет съесть? Давайте ему просто... Я просто хотела улыбку нарисовать. Ладно, давайте... Улыбка помогает. Реально? Помогает? Вот это да. Нарисуй линии и наполни кружку. Оп. Да, это не помогло. Минус кофе. Давайте просто так делать. Куча линий и... О, смотрите. Да, это почти помогло, но... О! Все, просто, знаете, нужно кучу линий рисовать. И никак и там упираюсь об что-то, и все получается. В принципе, помоги ей. О, нет, смотрите, ее хотят съесть акулы. Это очень печально, потому что, ну, как вы видите, она такая, ну, не приспособленная. Она не любит, видимо, акул. А, мне нужно, типа, а, все. Девушка счастлива, но только она пропала. Но что это такое? А, я что, яйцо открываю? Уи! О, это единорог! Ну, не знаю, кто любит единорогов, это для вас. Но я не люблю единорогов. Нарисую линию и наполни крошку. Но я же недавно говорила, что это лайфхак. А, ну хотя здесь она не работает. Но я все равно наполнила немного. Это... Мандей. Это понедельник. Да, понедельник тяжелый день, после выходных особенно. О, нет, и что? А, нужно перекрыть.
Да, это было не самым лучшим. Да. Тогда давайте... Хотя оно сейчас упадет вот так и все, да. Вот так. Ну, чтобы нужно поменьше делать, потому что тогда оно падает на человека. На человечка, на шего. Смотрите, спасли! Спасли! Нет! Ту палочку, которую я пририсовал, была очень лишней. Потому что, ну, вы сами все видели. Мы вроде бы уже спасли, и потом просто все. Ну, смотрите. Мы вроде бы его спасли, но потом в самом конце просто все сделали хуже. Нарисуй линии на полный стакан. Это очень легко, в принципе. Да, конечно. Вот, давайте сделаем вот так. Все, смотрите, отлично, прям вот сюда льется. И он, главное, обрадовался. Следующая роковая ошибка. О-о-о-о-о. Он просто хотел в небеса упасть, но я пририсовала линию, и все стало хорошо. Ага, ага. О, доступна новая глава. Это викторины именно. Круто. А, смотрите, здесь есть много разных штук. А здесь теперь мне доступна викторина. Круто, круто. Это уже хорошо. Ставь лайк, если понравилось это видео. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы пропустить новые видео. Ну а пока, перейдите в следующее мое видео. Увидимся там.